Хотя я не знаю, мне кажется, о нем вообще все знают. Как снимать без рук. Бу-бу-бу-бу. Вот здесь вот есть часики. Видите, вы на них нажимаете. Вот. А когда мы расстанемся, с кем останется наш кот? Ты должен был сказать, что мы не расстанемся! Теперь вы должны выбрать момент, где будет у нас пауза. Расстанемся. А когда мы расстанемся, с кем останется наш кот? А когда мы расстанемся... Вот. И снимайте. А когда мы расстанемся, с кем останется наш кот? Дальше, чтобы опять остановить, опять... Ты должен был сказать, что... На часики. Ты должен был сказать, что мы не расстанем. Ты должен был сказать, что мы не... И опять снимайте. Ты должен был сказать, что мы не расстанем. Ну вот и все. Я сейчас сниму видео и покажу, как это выглядит без рук. А когда мы расстанемся, с кем останется наш кот? Ты должен был сказать, что мы не расстанемся. А если ты мне изменишь с кем-то, ты признаешься? Ты должен был сказать, что ты не изменишь. Итак, вы еще у меня всегда спрашиваете, как снимать 60 секунд. Но для начала у вас должно быть разрешение на эти 60 секунд. А потом вы нажимаете вот сюда. Сделать фото. Вам надо удерживать обязательно. Разрешить. Вот, видите? Вы можете снимать уже 60 секунд. Еще вы меня всегда спрашиваете, как убрать этот водяной знак. Вот нажимаете настройки, у вас есть здесь убрать водяной знак. Тринц. Вот он у меня уже включен. Он идет с 25 левела. Вот. Раз он у меня уже включен, значит, я могу сохранять видео без водяного знака. Так вот, например, вот это видео. Не сильно побилось. Бабушка говорит. Его в своем видео. И оно сохранено у вас без водяного знака. Не сильно побилось. Бабушка говорит. До свадьбы заживет. Вот и все. Не сильно побилось. Бабушка говорит. До свадьбы заживет. Ну ладно, пока. Смотри, если кто обидит, ты мне говори. За мной не заржавеет.